Нашей планете отчаянно не хватало ресурсов. Мы отправились искать их за пределы Земли. Новый фронтир дал надежду на светлое будущее. Но вдали от Родины зародилось движение, утратившее связь с тем местом, что мы звали домом. Новые правила, новые амбиции. Новый враг. Мы не были готовы к тому, что СДФ соберет армию и начнет кровопролитную войну с Землей. Это не революционеры. Они жаждут абсолютной власти. Они грабят колонии, отнимают ресурсы. Они силой удерживают территории. Они используют флот, чтобы лишить нас ресурсов, необходимых для выживания. Их цель – уничтожить все, связанное с Землей. Сейчас СДФ – это машина, которой управляют военные. И если у них появится сильный лидер, они явятся к нам, чтобы захватить нашу Родину. Один, жду приказа. Принято, 1-1. Одну из наших секретных баз атакует СДФ. Мы считаем, что это часть операции под кодовым названием «Рая». По данным разведки, их цель – прототип оружия. Вы должны изъять прототип и подорвать базу, пока противник ее не обнаружил. Вас понял, воевода. Сделаем. Одна минута! Союзники! Никак нет. Союзных целей нет. Добудем оружие и убираемся. Проверить снаряжение! Система ЛЗУ включена. Условия атаки? Огонь на усмотрение!
Готово. 10 секунд. Дверь! Пошли! Пошли, пошли! Не сдевайте! Температура поверхности минус 300 градусов. Надо шевелиться. Жнец, Скар на месте, отбой. Понял, 1-1, десант с воздуха, к северу от вас. Так точно, уже идем. Вижу внизу две цели. Сбросить тягу, снимите их. Сайпс, вперед! 1-1 Жнецу, в секторе стрелки СДФ. Продвигаемся. Есть, передам. Конец связи. Нужно добраться до оружия раньше них. Готов! Точка входа через 30 метров. Вперед! Жнец, приближаемся к точке входа. Будьте осторожны, мы столкнулись с силами СДФ. Цели на тепловизоре рядом с вами. Будьте бдительны. Стойте. Часовые на крыше. Ноль, один твой, остальные наши. Они их просто казнили. СДФ нужно оружие, а не пленники. Множественные цели. Ищейки пошли. Принято. Противник в районе. Они наступают. Цели мне укрытие. Ищейка, ищейка. Эй, прикрой. За мной хвост! Справа чисто. Рассыпаться! Наше оружие в хранилище, в полукилометре отсюда. Как думаешь, они слышали взрыв? Может и да. Тогда давай их поприветствуем. Добро пожаловать. Бросай антиград. Принято. Да что за крик? Готовы. Выдвигаемся. Жнец, мы в исследовательском центре. Идем к арсеналу. Принято. Имейте в виду, войска СДФ скоро будут внутри. Нельзя допустить, чтобы операция Рая увенчалась успехом. Как только оно будет у нас, я смогу запустить процесс самоуничтожения. Принято. Контакт! Похоже, у нас гость. Противник в районе. Атакуем в лоб! Останавливаться.
Не расслабляться, мы еще не закончили. Поджарим гадов! Принято! Работаю! Цели уничтожены. 1-1, мы опаздываем, и топливо почти на исходе. Что там у вас? Двигаемся к цели. Точка выхода через 6 минут. Конец связи. Терминал на другой стороне. Мы как раз вовремя. Сайпс, ломаем! Все чисто! Джекпот, вижу хранилище. Жнец, мы добрались до арсенала. Идем забирать оружие. Принято, 1-1. Оружие в хранилище. Как только заберете его, я запущу протокол самоуничтожения. Загружай его, Сайпс. Оно нам понадобится. Держи, вот. Технология та же, модель компакт. Так вот, зачем они охотились. Жнец, оружие у нас. Подтвердите запуск протокола самоуничтожения. Понял. Запускаю процесс самоуничтожения. Понял, 1-1. К вам идет СДМ, пехота и техника. Больше 50. Уходите оттуда немедленно. Понял, мы выступаем. Встречу через 5 минут. Время не ждет. Вперед! Нужен воздух! Иду к тебе! Подними его, ему нужен воздух!
Дыши, боец. Сколько вас пришло? Здесь все. А как насчет того корабля, который мы сбили? Моим людям нужен врач. Заботишься о своих людях? Не спеши с выводами. Вот поэтому вам и не видать победы. Это место уже не ваше. Прикончите. Не трать пули. Что такое Рая? Что за Рая, не знаю. А шлемная камера отключилась. 18 часов связи нет. СДФ не выставил требований. А зачем им выставлять требования? Они захватили базу, расстреляли троих и сбили пилота. Нашу группу отправили за секретным оружием на закрытый объект. Этот объект строго засекречен. Как вообще СДФ туда пропустили? Так, согласно договорам, все народы имеют право свободно... Сэр, это задача для полной ударной группы, не для четверки бойцов. Лейтенант Рейс, прошу вас вести себя более дипломатично. И смените тон. Есть, сэр. Кто еще знает это? Сейчас воздушное командование и вы. Это же прямой акт агрессии, адмирал. Мы должны быть в патруле, а не пускать тут фейерверки. Военная доктрина запрещает применение крайних мер в таких случаях. Значит, мы воткнем стволы в песок и будем любоваться парадом флота? Лейтенант Рейс, поймите меня. По-человечески я совершенно согласен с вами. Нам надо нападать. Так почему нет? Они политики, Рейс. Подотрутся любым флагом, лишь бы заводы дымили. Присаживайся. Для политиков идея вооруженного наступления – это полный кошмар. Войны нет, военные не у руля. Но когда она начнется, будет поздно. Сомнения, дыра в голове. Вы твердили это в летной школе. Оцени проблему и действуй. Ты всегда был хорошим учеником. Стратком в курсе наших проблем. Пока применение силы не рассматривалось на оперативном уровне. Законы войны, сынок. Спасибо за разъяснение, сэр. Адмирал Рейнс, Итриан уже на крыше. Спасибо, старшина. Что такое Итриан? Сходи, посмотри. Думаю, понравится. Вольно. Сколько? Четверо. 200-е. Европа? Да, там был СДФ. Перебили команду. Забрали все. Ах ты ж дрянь. Этот флот, они зря так. Мы должны быть в шакалах на боевом. Адмиралы не спорят. Капитан знает? Отнюдь. Возмездие сейчас не боевой корабль, а декорация. Весь наш флот здесь, в Женеве. И это пугает. Это бывает каждый год. Что ж, пойдем веселиться. Прошу вас, лейтенант. Спасибо, умник. Давай-ка прогуляемся. Невеселый списочек. Мирно не павшим. Неделя флота как есть.
всего день на планете. Предпочитаю черноту космоса. Да, и я тоже. Рейнс говорил о каком-то E3N. Не слышала? Никак нет. В четырехзвездочных рукавах Рейни всегда есть пара тузов. Он полетит на церемонию вместе с нами. Не называй его так. В лицо? Не буду. Расступись. Проходите, лейтенанты. У службы свои плюсы. Нас ждет самолет. Сейчас проходит разведка. Дешевая показуха на потеху толпе. Это работа с общественностью. Это пропаганда, Сол. Мы потеряли четверых и устраиваем праздник. У нас связаны руки. Отдохни-ка сегодня, Рейс. Это приказ. Ты не можешь мне приказывать, мы равны по званию. Очень остроумно. Это еще что? Кажется, это E3N. Так точно, сэр. Старшина первого класса, E3N. Улучшенный тактический гуманоид, модель 3. Потрясающе. Так и есть. Зовите меня Итан. Твои задачи. Я приписан к возмездию, командир капитан Олдер. Боевая программа есть? Лучшая.